шубы в рассрочку с 8 по 9 июня. Бородинский проезд, дом 1, около офиса Билайн. Линские теплотрассы освободили от незаконной рекламы. Сегодня на Литейной улице городские службы демонтировали последние конструкции. По 2012 году движущая сила торговли повсеместно размещалась над дорогами. В плену одна из рекламных компаний облюбовала для своей деятельности городские надземные теплотрассы. Договор аренды заключили на 5 лет. В 2017 году его действие закончилось. Тогда же изменилось и законодательство. ГОСТ по автомобильным дорогам, он запрещает размещать конструкции над федеральными и региональными трассами. Кстати, на теплосеть влияет эта нагрузка, потому что плюс еще парусность есть, когда дуют сильные ветра, и нагрузка именно на теплосеть, которая находится над дорогой, поэтому демонтировать надо. Предписания о демонтаже конструкции на рекламщиков не подействовали. Других рычагов воздействия у города не оказалось. Подчищать за недобросовестными бизнесменами пришлось муниципальным службам. Получили разрешение, оформили все допуски, согласовали схему движения транспорта с ГИБДД. Кратковременные неудобства для автомобилистов и теплотрасса свободна. В 21 веке это точно не актуально. То есть я считаю, даже с точки зрения безопасности на дорогах, такая реклама мешает и небезопасна. Это последний участок коммуникации в городе, где убрали рекламные щиты. До этого стропольщикам пришлось поработать на Ленинградском шоссе. Теперь дело за коммунальщиками. Грязные конструкции, даже свободные от рекламы, город не красят.